Следственными органами города Ангарска возбуждено уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руководители управляющей компании, которая обслуживает четверть всех жилых домов города, инкриминируется растрата крупной суммы денежных средств. По мнению правоохранительных органов, управляющая компания, собрав оплату за обслуживание жильцов, не смогла полностью освоить собранную сумму. Однако, чтобы не раздавать деньги обратно гражданам, руководители жилищной компании списали их за счет фиктивных работ. В офисе фирмы был проведен обыск. Полицейские изъяли бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, сведения о расходовании денежных средств собственников жилья, а также компьютерную технику. В настоящий момент оперативники продолжают собирать необходимые доказательства, изобличающие недобросовестных коммунальщиков.